Когда я попала на первый модуль, для меня открылось дополнительное измерение восприятия людей. Это как повторное знакомство, казалось бы, все с теми же известными лицами. Но и это было потрясение, это изменило вообще восприятие прекрасного, внешности и прочего. Второй модуль, казалось бы, куда дальше, но второй модуль показал, что это может впечатлить еще больше, что есть не только цвета, есть тона и полутона и оттенки, что не все так однозначно, все возможно трактовать по-разному, что в нас всех заложен огромный потенциал, и благодаря физиогномике мы можем помочь и самим себе выйти на наиболее естественный, наиболее приятный лично для нас путь, как и понять других лучше, как это полезно не только в повседневной коммуникации, не только в познании себя, но и в целом в общении, в договоренностях, переговорах, продажах, во всем, что связано с людьми. А так как люди нас окружают, физиогномика охватывает абсолютно все, с чем мы сталкиваемся каждый день. Обязательно, обязательно нужно пройти все модули физиогномики, чтобы максимально, максимально углубиться в новое восприятие людей.